день 3, когда я пытаюсь получить свои вещи с Wildberries. Я уже ходила вчера туда, ходила сегодня, там постоянно гигантская очередь. Вчера очередь была на 9 человек, часть из которых ходила на улицу, я была не подготовлена. И сегодня вот опять я ходила, получила только ножницы, хотя там еще мои очки. А сегодня вот такое сумбурное видео, я только пришла домой и хочу вот высказаться. Пока я шла обратно, я ходила туда в зимней куртке, потому что на улице было холодно вчера, и мне было холодно стоять и ждать. И сегодня я пошла в зимней куртке, и получив только ножницы, я решила пойти посидеть на лавочку, на которой сидела, когда было тепло. Это был шопер, в котором были мои вещи, в котором я вязала. И сегодня я там сидела, чуть-чуть повязала, и тут поднимаю голову, ко мне идет темнокожий ребенок, протягивает мне своими маленькими крошечными лапками в варежках конфетку леденец из упаковки и улыбается. Хочу, чтобы вот мой мир сохранился в том состоянии, когда на улице красивые облачка, когда прекрасные маленькие дети считают, что нормально подходить к взрослым и давать им конфетки и вообще как-то с ними взаимодействовать. Да, вкусный глинтвейн около дома продается. И вот эти вот я хочу, чтобы ограничился мой мир. И новости просто. Да, все, спасибо.